Итак, дорогие друзья, всем привет! Через 30 секунд Биби появится в игре. Сейчас ее куплю на ваших экранах. И также сразу же запущу для вас конкурс. То есть я задоначу вам этого персонажа. Сейчас посмотрим, какая будет спецакция. Посмотрим, на сколько дней. Посмотрим, сколько она будет стоить. Я скажу, что нужно сделать, чтобы я тебе купил эту акцию. Все очень просто, я думаю, что большинство из вас и так уже почти все сделали. Там надо будет только оставить комментарий. Итак, смотрите, остается считанные секунды. Считанные секунды остаются. И би-би-би-би-би-би-би-би доступна в игре. Все, е-бой. Итак, смотрим. Вот она, Биби. 170 гимов, как я и говорил. Ну где скидка, разработчики, и все. Крайсоул, мне ДНЛ говорил, что ты предсказал спецпак. Где он, Крайсоул? Давай, увольняйся с посады Ванги. Это шутка юмора плохая у меня такая. Рекламная пауза, друзья, и я все подробно сейчас вам расскажу. Дорогие друзья, 170 гемов. 170 гемов стоит Биби. Это в долларах 10 баксов. Я доначу. Я сейчас покупаю 10 баксов и запускаю конкурс. Я что-то думал, что будет скидка. Думал, будет 2 мегаящика. Думал, будет гемы. Просто разрабы. Обломались. Слушайте, ну правда, обнову могли и постараться. Сделать побольше разных прикольных приколов. Итак, вот он. Вот он новый боец. Вот она, Биби. Сейчас мы на ней поиграем. Где она? Вот она. Итак, друзья, что нужно сделать, чтобы именно ты получил этого персонажа? Либо же 10 долларов. Неважно, персонажа или долларов, но ты 100% его получишь. Если подпишешься прямо сейчас на канал, прямо сейчас поставишь лайк, нажмешь на колокольчик. И последнее действие, что надо сделать, последних два действия, что надо сделать, это раз, подписаться. Сейчас покажу, куда подписаться. Блин, зависло все. На мой инстаграм. Сейчас покажу. Вот, мой инстаграм. Ссылка будет в описании. Большинство из вас и так уже подписаны, поэтому для вас эти условия, которые подписаться на канал и инстаграм, уже как бы выполнены. И последнее условие, которое будет, это оставить сейчас под фотографией, которую я публикую, когда выйдет этот ролик. Наверное, под вот этой фотографией. Вот такую фотку я оставлю. Ну, либо вот такую вот фотку, ну, неважно. Короче, новая фотка, которая будет после торта, вам нужно просто оставить комментарий: «Холдик, я хочу, чтобы ты мне скинул 10 долларов, или хочу, чтобы ты мне купил Биби». Или там «я участвую в конкурсе». В общем, чтобы я понимал, что ты участник данного розыгрыша. И стоп, последнее действие, которое ты должен выполнить, это подписаться на ДДНЛ, потому что он тоже тебе купит Биби. А теперь я скажу, сколько будет призовых мест. А спонсором данного ролика является компания 1xBet. Если ты увлекаешься спортом или киберспортом, то у них этого добра хватает, у них быстрые выплаты. Ребята, я дико извиняюсь, этот ОБС, он вообще непослушный. Он сам включил эту рекламу, извините за второй повтор. Ребята, все, что вам нужно сделать, это подписаться на ДДНЛ, это подписаться на мой инстаграм, это подписаться на мой канал и оставить комментарий под фотографией, которую я выложу в инстаграме. Я хочу, чтобы ты мне задонатил. Я вместе с ДДНЛом задоначу тебе на Бибу. И не один будет победитель, и не два, и не три. И не 4, а целых 5 победителей будет на этого персонажа. Я не посмотрел, когда эта акция заканчивается. Лол. Блин, когда она заканчивается? Ладно. В любом случае, через пару дней будут результаты конкурса на стриме. Либо же я выложу в паблике результаты и кому задонатил. Просто я завтра уезжаю, но я надеюсь, что все равно по КС-ке запущу стрим и там выберем победителей. То есть это не важно, я победителей выберу в любом случае. 5 победителей получат от меня бесплатно этого бравлера, если подпишешься на мой канал, раз. Лайк, колокольчик, это все понятно. Подпишешься на мой инстаграм. Под последней фотографией оставишь комментарий, что ты хочешь больше, 10 долларов или Биби. И подпишешься на ДДНЛ. Это очень важно, на ДДНЛ подписаться, потому что он тоже задонатит тебе Биби. Мы скидываемся и вместе будем вам покупать этого бравлера. А теперь погнали, короче, поиграем, посмотрим. Знаете, что еще я хочу? О, давайте, кстати, вот новый режим. Знаете, что я хочу сделать? А как вам такая тема для ролика, чтобы я сегодня Биби прокачал на максимальный уровень?
Вот просто сходу бац и за один день на максимальный уровень. Для этого мне придется закинуть такую кругленькую сумму. Но я на свой донат, ой, на свой аккаунт очень... А чё поиск игроков такой долгий? Я на свой аккаунт очень редко в последнее время доначу. Точнее, даже не так. Давно уже не донатил. Тут редко некорректное слово подобрано. На свой аккаунт я давно не донатил. Потому что в последнее время одни конкурсы на... Блин! Сейчас, тихо. Вы представляете, какая она в Броуболе будет имбой? Чё-то я умер. В Броуболе она какая будет имбой, когда будет отталкивать этих бравлеров. Так, давайте, подбрасывает нас трамплин. Давай, розочка моя родная, блин. Карта прикольная. Смотрите, как я быстро передвигаюсь. Тыщ. Вау! Моя жвачка убила Бо. Дорогие друзья, я не договорил. Если вы хотите, чтобы я задонатил и сегодня прокачал Биби, давайте на этом ролике наберем, ну я не знаю, давайте попробуем 20 тысяч лайков. Если 20 тысяч лайков набираем, я сегодня же задоначу очень много гемов. Пока не прокачаю Биби на максимальный уровень, не остановлюсь. Вот если вам интересно было бы это, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, и я сегодня прокачаю Биби на максимальный уровень, и мы посмотрим, на что она способна. Пока мы просто проигрываем, я не знаю, либо соперники дауны, либо я даун, либо вообще все плохо, либо Биби не тащит. Так, Роза, вот и все. Все поменялось, Биби имба. Пошел вон. Все, у меня все эти... Пошел вон. Ну, пожалуйста, не отпускай его. Да ну, добей. Пожалуйста. Ух, красавчик. Добей, бро. Добей. Yes. Ух, все, я убегаю. Я убегаю от тебя. А ты не можешь меня догнать. Ух, не хочется проигрывать. Как же я не люблю трио с рандомами. Оп, мимо. А, кстати, сейчас было опасно, если бы он меня присосал, и мы бы опять гемы все просрали бы. Пшел вон. Прикольно. 1000 хп наносит вот этот жвачный гум, или как его назвать? Жвачка, короче. Но это, опять же, первый уровень, без банок, в ШД будет повеселее, я думаю. А вот, но чтобы было повеселее, надо прокачаться, но чтобы прокачаться, давай 20 тысяч лайков. Для вас это изи, вы можете поставить за час 20 тысяч лайков. И я к вечеру постараюсь подготовить выпуск, где я на Биби 10 уровня, а? Не знаю, будет вам интересно или не будет. Короче, отлично. А теперь давайте ШДшечку, Ветреная долина. Одну каточку, посмотрим, что она вообще тут из себя представляет. Ребят, извините, я на самом деле, Да не, все нормально объяснил, да? Я думаю, вам все понятно. Единственное, что я вот это не посмотрел, когда заканчивается эта акция. Но я на записи пересмотрю. И вот в последний день, когда будет конец этой акции, я, естественно, друзья, естественно, проведу итоги конкурса. Ну, то есть через пару дней будут итоги. Скорее всего, на выходных. Я думаю, что там несколько дней. До понедельника, наверное, будет. Я не знаю. Может меньше, может больше, я не знаю. То есть в любом случае до конца акции я успею подытожить, поэтому обязательно участвуй. Я думаю, что большинство из вас и так уже половину условий выполнили. Нужно всего лишь оставить комментарий и все под инстаграмом. Но это для тех, кто уже выполнил условия. Просто большинство моих зрителей так подписаны на инстаграм, на канал. Для них это норма. Это для новичков может быть, типа, о, куда-то подписываться надо. Ну, о, блять. А ну, я оттолкну робота? Пошел нах. О, оттолкнул. Прикольно. Так. Сагрис на Джина. Капец, вот это скорость передвижения. Все с этими, блин, бибами. Она ж только появилась. А уже по-любому кто-то на 10 уровне играет сейчас. Не, ну на 10 еще вряд ли. Тут просто физически не... А, хотя... Ну, типа сундуков физически невозможно сколько открыть. Хотя, опять же, я думаю, может в каких-то других странах... А раньше она появилась или у всех одинаково? Просто у каждого разное время. Так. 10 банок у нее. Обалдеть просто. Обалдеть. Пошла вон. Блин, мне как-то непривычно то, что она это парень. Ой, она это девушка. Блять. Биби это девушка, потому что очень смахивает на парня. Прям, ну очень. Бам! Все, я собрал. Ить, пошла нах. Вот мне нравится то, что у нее дистанция не такая уж большая. Радиус вот этот огромный. Да, а вот дистанция небольшая.
Так, Блэд, ты что стоишь? Давай я тебя взбодрю немножечко битой по хлебалу. Бам, бам. Так, что сказать? Знаете, вот немножечко напоминает Фрэнка. Тихо! Тихо, немножечко напоминает Фрэнка, но все, я проиграл. Ну, как бы, не топ-1. Немножко напоминает Фрэнка по вот этому замаху. Но в целом персонаж прикольный. Не знаю, в соло пока сомнительно. Типа, я не чувствую прям имбовости, как с Розой, да, это было. Но в целом мне понравилось. Я думаю, что в командных поединках она будет вот именно в трио, где-то в Брол-Боле. Вот там они найдут применение этому персонажу. Потому что вот этот отталкивающий удар, он будет очень мешать, ультовать, мешать будет собирать там какие-то награды и прочее, когда, ну, короче, в осаде, там, в Брол-Боле, не награды, а, короче, для победы командные какие-то реквизиты, назову их так. В общем, друзья, подписывайтесь на канал. Ждите результаты конкурса. Сегодня будет еще выпуск, как я прокачаю Биби на максимальный уровень. Приходите, конечно, на стрим. Буду пытаться на ней апаться. Спасибо всем за просмотр. Ждите, еще сегодня будет много роликов. Надеюсь. И до новых встреч. Пока.